Сотрудниками уголовного розыска Кубинского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу по подозрению в совершении серии краж из частных домовладений задержан 38-летний житель Русского округа, ранее судимый за аналогичные преступления. Установлено, что злоумышленник гвоздодером отжимал стеклопакеты либо входные двери, проникал в дома, откуда похищал денежные средства, ювелирные украшения, электроинструменты, бытовую технику и другие ценные вещи. В доме подозреваемого провели обыск, в ходе которого обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества. Общий материальный ущерб составил свыше 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.